А сейчас матч, который мы так долго ждали, Джастин Гебриэл против Антонио Сезаро. Гебриэл высоко летает, а Антонио Сезаро по большей части борец. Что же выйдет из этого, мы увидим далее. А сейчас давайте посмотрим ролик про Антонио Сезаро. Antonio Cesaro, a very impressive United States champion. The United States of America need Antonio Cesaro. The man I like to say pound for pound is the most powerful in WWE today. I, Antonio Cesaro, personify prestige. And he's not going to try to do this, is he? Is Antonio Cesaro going to be able to get the neutralizer on the nearly 400-pound Kali? Are you kidding me? Antonio Cesaro continues to be impressive. I am your United States champion, and these are the United States of Antonio. Вот такой вот ролик про Антонио Сезаро, как он выиграл Грейта Кали, провел на нем свой коронный прием. Да, это было действительно мощно, я считаю, поднять такого гиганта и еще успешно провести свой коронный прием. А сейчас выходит Антонио Сезаро, чемпион США. Он любит Америку, но не любит людей в ней. Он умеет разговаривать на 5 языках, подсказывает мне Джош Мэттис. Спасибо большое. Не так давно у него было противостояние с Мизом. Насколько я знаю, оно продолжается до сих пор. And he's been an absolutely stellar United States champion. But the point is, even if there were school buses, I believe that Cesaro... Вот он, чемпион США. Не очень хорошо его приветствует публика. Все-таки понятно, плохой парень. И вот выходит к нам Джастин Гебриэл, высоко летун, можно так сказать. А вот его как раз приветствует публика хорошо. Не так много мы видим его на экранах наших телевизоров или мониторов. Но матч обещает быть интересным. Оба бойца очень техничны. Очень интересны в каком-то смысле этого слова. Ну что ж, посмотрим. Что-то как-то даже я вспоминаю о том, что Джастин Гебриэл когда-то был в группировке. Да, это было очень давно. А сейчас он сам по себе. Ну а сейчас Антонио Сезаро болевой на руку. И какие хорошие, я же сказал, великолепные. Просто выкрутасы выдает Джастин Гебриэл. И попался все-таки. Залом на руку, и опять Коди Роудс с нами сидит и комментирует шоу. Итак, запуск. Какой шолдерблок. Просто снес с ног. Красуется Антонио Сезаро. Да, говорит, я чемпион США, никто больше другой. И получилось провести атаку, и какой переворот. Эх, опять не получилось Антонио Сезаро. И что же далее, что же далее? Ну. И сворачивание, раз, два. Как отличный пока матч. Закрученные брейки, как у себя пока не получилось. И опять сворачивание, раз, два, нет. Удар в живот, насколько я понимаю, наносит Антонио Сезаро. Как я раньше и говорил, он не очень техничный. И мы пока что наблюдаем очень хороший матч. Что же далее? И ногу подставляет Джастин Гебриэл. Отталкивает Антонио Сезаро. Прыжок Хурриканрана. Вылетает за ринг Антонио Сезаро. И прыжок от Джастина Гебриэла. Отлично.
Это отлично. Продолжим после рекламы. В связи с событиями, которые прошли на прошлой неделе, не только, субботний утренний бросок нуждается в генеральном менеджере. Я должен быть боссом. Я должен быть. Я. Мы. Нет. Я. Нет. Я. Нет. Кто будет боссом? Это мы узнаем в следующую субботу. Итак, мы возвращаемся обратно на субботний утренний бросок. Что за сворачивание Джастина Гебриэла не получилось. Всего два? Отлично, так, удар в живот. Прыжок. И снова сворачивание или нет? Антонио Цезаро держится или нет? Держится или нет? Очень сложно. И какое-то долгое прям вот сворачивание получается. Нет, все-таки сворачивания не будет. И отличный бросок от Антонио Цезаро. Великолепно, великолепно. Да, мы уже поняли, Антонио, что ты чемпион. Раз, два. Нет. Всего два. Итак, Антонио Цезаро берет Джастина Гебриэла. И что же, и бросок, отличный бросок. Надо делать удержание. Раз, два. И снова два. Антонио говорит, надо же три. А если бы еще на разных языках сказал, то вообще было бы великолепно. И бомбу нет? Нет, не бомбу. Что-то другое. Это мне напомнило коронный прием одного из бойцов, который на данный момент вроде не выступает. Но я все-таки скажу, кто это Эзекиэль Джексон. Да, есть у него что-то типа такого, что, ну, коронный прием что-то типа этого, но немного он другой. Ну что же, Джастин Гебриэл вырывается из болевого. Запуск и сворачивание не удается. И DDT. Отличный DDT. Отличный матч. И если Джастин Гебриэл то выиграет Антонио Цезаро, получается, что и Джастин Гебриэл тоже достоин пояса чемпиона США. Так что Антонио Цезаро нельзя ни в коем случае проигрывать. И прыжок отличный. Прямо в цель. Запуск, реверс. Прыжок. Закрутились. Хурикан Рана. И опять Антонио Цезаро вылетает за пределы ринга. И что же, опять, снова, да, прыжок. Нет, не удается на этот раз. Снова прыжок. Дропкик. И Джастин Гебриэл готовится к великолепному прыжку. Прыжок и... Ого себе, сказал я себе. Отлично. Даже похлопают Джастину Гебриэлу за такой прием. Судья уже ведет отсчет. Ну и Джастин Гебриэл понимает это и забрасывает Антонио Цезаро на ринг. И что же, снова прыгать будешь, Джастин? Ну давай. И прыжок. Ух ты, какой кроссбоди. И сразу же на другой угол. Ну давай, Джастин. Прыжок. И нет, Антонио Цезаро ему не дает прыгнуть. И что же, ох, как сильно ударился головой Джастин Гебриэл, но мы этого не увидели, видимо, из-за того, что сильно жестоко. Что же, берет на бомбу Антонио Цезаро, показывает то, что он птичка, и коронный прием Антонио Цезаро. Один, два, три. Это все. Антонио Цезаро заслуженно побеждает. Молодец. Но и Джастин Гебриэл тоже хорошо себя проявил в этом матче.
Ну и взгляните на повтор, какие прыжки выдавал Джастин Гебриэл. Ох, какой мунсолт. Да, отличный. И вот оно, последнее удержание. Раз, два и три. Но все-таки хороший матч они показали. Отличные техничные бойцы. Спасибо им за это. И нам снова показывают ролик о том,